Доброе утро, наши дорогие друзья, гости нашего канала, подписчики. Всем огромный привет из Новороссийска. Значит, такая погода, пока что утречка, 13 градусов. Едем на море, обещают сегодня до 22 тепла. Вот. Всем желаем отличного настроения и хорошего дня. Оставайтесь с нами, посмотрите, какая красота. Друзья, кто живет у нас на севере, в Сибири, вообще в других регионах, посмотрите, как в октябре цветут клумбы на юге. Красота ведь, да? Все еще зеленая. Вот так-то. Ну а мы двигаемся дальше. Вот такой у нас дом культуры в Новороссийске. У нас уже, да, говорю. Вот. Едем, двигаемся дальше. Светофорчик. Сегодня мы добрались до Масхака. Решили добраться, посетить это прекрасное место. Сюда. А, ну, чё я снимаю ролик со своим фейсом? Короче, объясняю. Сейчас на улице 14 градусов. Ну, вот за бортом, по крайней мере, пока мы ехали, было 14. Температура воды где-то сегодня сколько? 23. Днем обещают. А так, конечно, мне кажется, 20. Короче, я искупался. Вот, представьте, время, блин, 10:30. Мы вообще все искупались, да. Всем привет. Вот. В общем, такие пироги. А так вот скажите, да, чтобы в Москве там живя бы или там в Воронеже, а чтобы на улице было плюс 14, да я ж так полез купаться. Да что? На вода бомба. Ай, дайте посмотрим. А что там такое? Вот такая вот водичка. Вот так надо в октябре купаться, люди. Классно, да? Накупались сегодня по полной программе. Видите, да, как испортилась погода. Даже, наверное, правильное слово не испортилось, а изменилось. Разве погода может портиться? Она по-своему хороша. Уже и волны пришли по сравнению, как было утром. Тучи штормовое передают. Все, наверное, в этом году уже именно купательный сезон мы будем закрывать. А посещать море в таком же темпе и будем, почему бы и нет, на пикнички выезжать, да и просто подышать свежим морским бризом в перемешку с горным воздухом, это нечто. Даже немножко грустно стало. Ну все, друзьяки, уезжаем домой, накупались вдоволь. Хотел поделиться вот таким вот прекрасным видом. Все, поедем мы. Покидаем Масхака. Спасибо этому прекрасному поселку за наш отдых. Все удалось так, как хотели, в принципе. Интересная природа, немножко другая, не как в Широкой Балке. В
вообще другая. Вот. Поэтому сейчас едем до Новороссийска и уже уходим на Крымск домой. Всем хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Виноградники по правую руку. Здесь завод же, да, получается, винный? Мы с Раковским, да. Ну вот, поэтому, если кто-то будет рядышком, рекомендую место к посещению. Неплохой пляж. Конечно, в сезон он будет забитый, но такой уютный пляжик. Нам очень понравился, в принципе. Ну, а нас ждет путь домой.